Всем привет. Ну что, сегодня у нас очередная бомбежка Китайки будет. Мы дособираем все-таки всех недостающих нам героев, кроме, конечно же, Арктики, но думаю, она тоже скоро будет у нас на аккаунте. Это реально просто жесть, ребят. За минимум мы собрали полностью все, что надо. Сейчас я вам покажу акции, какие у нас были. Однозначно ставьте лайк, подписывайтесь, делайте репосты. Ну, смотрите, что тут сегодня делается. За средний пак вы получаете 2 коробочки, 20 сумочек, 100 осколков Афины, 2 коробки на смену чар, 2 сета 3 уровня грубой силы и 100 осколков Ронина. Таких паков вы можете купить 2. То есть Ронина мы уже собрали. Дальше. Фрэнки. Тоже недостающий нам герой, тоже... Он вообще за четверть пака. 25 Рудольфов, одна коробочка, кучу камней на аугментацию. Ой, на прокачку 11 на судьбу и 12 скиллов. Дальше. Еще коробка, 3 руны, камни на аугментацию, слизнячки. Также можно собрать сердцеедку. Ну и самый простой пак. Это скин на душика. Плюс сам душик, плюс книги. Вот так вот. Давайте сейчас это все заберем. Правда, все мы не сможем. У нас камни опять в перелимит ушли. 6 коробок. 6. Куча разных плюшек. Есть. Так, ну давайте в судьбе сейчас что-то прокачаем. До Анубиса дойдем, посмотрим, что там у него. Ну все, дальше мы его качать опять не можем, к сожалению. Давайте, значит, кого-то другого. Кто у нас тут есть? Ну, Рину будем качать однозначно. Давайте на него немножко камней подсольем. Так, что там у нас? 30 забрали. Еще надо разок. Сейчас книжечки продадим. И немножко подкачаем Рину. Ну, 11 пока скиллы я бы уже открыл, но у меня, честно говоря, не хватает, как видите, всех героев. Прокачки для 11 хотя бы. Ну, думаю, мы это скоро изменим. Так, есть. Собираем еще. А, не хватает. Так, а ну-ка, что там у нас? 971. Ну, давайте 2 продадим. Так уж и быть. Так. Ну что, поехали в акции. Посмотрим, что у нас тут сегодня есть. Есть вот такая вот акция. Интересное на выбивание. Что у нас падает? Ну, бесплатная попытка есть одна. Вроде как. Так, ну неплохо. 35 сразу коробок. 35. 7000. 2К кулаков тоже неплохо. Джели 35. Каменка нам нужна. Камни не надо. Питомцы, ну так себе. Утекание, кстати, надо. Скин на Некроса мы уже собрали. Ну и коробочка нужна. Рудольфа тоже неплохо будет. Ну давайте посмотрим, что с сундуков. Сразу 10 слизнячков. Сразу 10 самых топовых. Карта. Мы ее не достанем. Дальше у нас пошли 5 таланты. И сет 5 воодушевления. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну, давайте будем. Так, 5 яиц. 20 камней опять. Нафига мне эти камни? Еще 5 яиц. 10 книг тоже неплохо. 400 значков почета. 400 тысяч, 3 карточки. Две рунки, неплохо.
Да, придется по ходу судьбу прокачивать. Скоро мы апнем 100к. Вот 2к кулаков. Это хорошо. Прокачаем еще 2. Все, теперь 100% прокачаем малышу Нику восьмерку. Еще один герой у нас будет с восьмерочкой. 35 рудольфов пойдет. 7к кгшек. Вот это то, что нам надо. Кгшки нам нужны для Анубиса. Вау, а еще 7, ребята. Это однозначно, это однозначно. 21к кулаков. Просто так вот, раз и получили. Супер. Мне нравится этот сервер. Так, ну, вроде все, забираем слизняки. Смотрим, что у нас поменялось. Бум. 105 пакетов с кхшками, 15 фиолетовых яиц, 10 топовых слизняков, 4к кулаков. Ну, это круто. Однозначно, ребята, это лайк. Сервак, просто жесть. Просто жесть. Да, на русском сервере нам такого, к сожалению, не видать. Так. Тут мы все позабирали, побежали дальше смотреть, что тут по акциях есть. Так, это на покупку нам дают плюшки. Что тут у нас? Ну, герои у нас все есть, кроме Арктики. Так, этот, судя по всему, на роллинг, скорее всего, героя либо талантов. Ну, честно говоря, награды так себе. Оно того не стоит пока. У нас есть чем заниматься. Есть что качать. Яйца есть. Вот оно что. Не знаю, правда, какие тут призы. На русском, вы, думаю, все видели. Давайте попробуем тут. Ради интереса посмотреть разницу. У нас 25 попыток. Так, 200, наверное, самоцветов, либо кхшек. 150, это скорее всего расходники какие-то падают. Так, ну пять, не знаю, сейчас будем смотреть, что это такое. 10 тысяч, но, судя по всему, вот что-то выбили интересное, наверное, какого-то героя. Еще 300 чего-то, будем смотреть, что это такое, и сравнивать с нашими яйцами. Ну, не с нашими яйцами, а с акциями, которые на русском сервере. Так, еще что-то выбили интересное. Можно, конечно, по значках сравнивать. Ну, судя по всему, непонятно, что это. Было бы, кстати, неплохо, чтобы они просто взяли, ввели там для игры просто тупо раскладочку. На каком языке ты хочешь, чтобы все отображалось. Это был бы очень большой плюс. Особенно для всех серваков. Там хотя бы английский язык. Это, в принципе, ничего сложного в этом нет. Хотя акции многие разные. Но было бы, думаю, однозначно хорошо. Потому что многие люди играют на разных серваках с разными национальностями. Так, есть. Ну что, поехали смотреть. Так, 200... Ну, это расходники, скорее всего, значки почета. 10 тысяч по 5 тысяч, не знаю, чего, сейчас посмотрим. Да, значки почета. Уже 86 тысяч кгшек мы накопили. Неплохо. Так, ну, смотрим. Ух ты, да тут питомцы падают. И осколки, смотрите, Шиару забрали. Рудольфа, да как по мне, это вообще топовые награды. 15 осколков Вольта, 30 осколков Анубиса, 30 осколков Стрелка. С этого одушевления. Нифига себе. Наверное, третьего уровня, скорее всего. А, первого, третьего размечтался. Ну, даже первого уровня. Все равно приятно. Так, открываем, это забираем. Ну, не знаю, ребят. Бомбит жестко.
За минимум мы получили практически full аккаунт с топовыми героями и все, что надо для игры. Бери только и качай. Так, питомцы. Круто, круто. Неплохо, как по мне. Мы уже все, что хочешь, собрали. Так, забираем снички, открываем. Слизнячки. Ну что? Так. Давайте посмотрим, что у нас тут интересного есть. Ну, слизни. Это хорошо. Это можно сразу прокачать кому-то. Скилл сразу на десяточку. Так, смен у нас маловато. Руны у нас есть. Добавили 6 коробочек. Пару талантиков. Ну, неплохо, неплохо. Так. Еще 2 сетика. Хорош, мне это нравится. Так. Так. Давайте посмотрим, сейчас попробуем. Так, стрелок есть. Афинка собрана. Ворожей есть. Сейчас на ворожая поставим, каменку поменяем. Открываем скины еще. Так, а мы без Фрея. Там скин у нас на душика появился. Как видите, у нас уже нормально героев прокачанных. Так. Где там наш душегуб? Вроде ж был. Или я его не открывал вообще? А, не, вот он есть. Топовый скин для душика, которого мы не используем. Забираем Ронина однозначно и забираем. Думал, у нас уже Фрэнки нету. Где-то дальше, наверное. Это я его не вижу. Не понял. А, это мы зашли в этот. Вот он наш Фрэнки. Сердцеедка. Ну, уже неплохо так у нас осколков. Забираем Фрэнки. Есть, побежали, их откроем. Еще плюс 2 недостающих героя. Это просто жесть. Так, Фрэнки и Ронин, которого нам очень не хватало. Ну, как бы очень не хватало, это такое, мы Минотавром трэшевали. Но теперь мы сможем бегать и Ронином, только как его прокачаем. Так, есть. Смотрим, что там у них за талантики. Блин, ну чё, пусть будет огненка. 5-8 сразу. Почему нет? Так, ну тут понятно все. Ну, как по мне, в принципе, неплохо. Так, замедление. Ну, поставим так, давайте две карточки. Коробочки потом пооткрываем. Так, просвет. Можно поставить сюда. Берс. Так. Ну. Реально круто. На нашем серваке такой халявы нет. Так. Так, 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 так. Так. Седна у нас. Так. Стрелок. Давайте попробуем
У нас тут вопрос по волне S. Может получится. Так, купидон. S1 есть. Побежали дальше. Конечно, лучше было бы, наверное, на седну поставить. Ой, на фрая поставить воодушевление, чтобы она хорошо их сливала. Ну, вроде нормально. Двух атлантов слили. Самая проблема здесь это шапка. Она добивает наши здания все. Я забор, как видите, стараюсь не ставить. Почему-то так захотелось ради интереса побегать. Так, Анубис, давай заряжай. Ой, блин, а чё, где наша сердцеедка делась? Она чё, слилась уже? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да, слилась, сволочь. Ну все. Сейчас наш шап тут накроет. Возможно, дальше надо будет все-таки выставлять. Блин, обидно, обидно. Вот видите, шапка зарядилась, ударила. Все. Ну, будем пробовать дальше мучить. Пока не хочу Анубиса прокачивать, потому что с ним мы налегке все пройдем. С моими героями. Да, финка, конечно, подвела. Надо ей все-таки ставить оживу, потому что тут атланты есть, ожива у нас тоже уже на аккаунте есть. Так, ну давайте что, кому еще качнем. Надо еще кому-то подкачать, чтобы камни не пропали, а то это зачастую бывает, когда оставляешь награды или у тебя их свыше 40. Очень часто все пропадает. Так, есть. Побежали сюда, в судьбу. Будем прокачивать сначала с этой пачки всех. Хочу все-таки Анубису сделать 11-й скилл. Да, и герои там у нас вроде все с этой пачки нужны. Ну, не все, конечно, но большинство. Тесса нужна на архидемона нам будет, если будем успешно фармить архидемона быстро, то это дополнительные кулаки будут. Так, есть. Свитки пока забирать не буду, смысла особого нету. Честно говоря, сейчас в игре с кулаками напряга вообще такого нету, как это было раньше. Так, что мы сейчас тут? Ничего не сделаем, да? Давайте сейчас одну стрелку, чтобы зря ману не тратить. Будем прокачивать просвет по чуть-чуть. Думаю, возможно, скоро апну. Он неплохой. Силу до 100, чтобы было нам немножко повеселей. Так.
Опять стрелок. И опять судьба. Надо еще, еще надо качать. Ну, тут надо героев прокачивать на хотя бы на вторую эволюцию, делать им девятки либо восьмерки, и тогда мы сможем со второй эволюции уже открывать 11 скилл. Но пока есть другие герои, которые тоже в приоритете на первую хотя бы эволюцию. Так, побежали дальше. Так, тут мы ничего уже не можем сделать. Но тут мы тоже ничего не откроем. 11. До 13 только докачали, и все. Дальше мы ничего. Сейчас кого-то другого еще подкачаем. Вот видите, тоже проблема. Надо увеличение слотов. Так, ну кого смерть будем? Так, это Анубис, вот наша смерть. Как видите, сила растет очень неплохо. Так, ну вроде все получить, забрали 40. В принципе, все. Подписывайтесь на канал, пишите обязательно комменты. Комменты я читаю, иногда угораю с комментов. Ну, как видите, нам админы на этом серваке помогают очень плотно, чтобы мы здесь играли. Или это совпадение такое, не знаю. Все, пишите комменты, ставьте обязательно лайки, ждите новых выпусков. Всем пока.